طالب العلم لا ينظر إلى الآخرين، يقول هذا طالب جامعة وهذا دكتور وهذا درس وما عمله. حاسب نفسك يا أخي. требующий знаний смотрит на других. Не говорит, это требующий знаний, это доктор шариатских наук, и при этом ничего не делает. За себя смотри, себя рассчитывай. Аллах سبحانه وتعالى سيسألك أنت. Аллах тебя лично за себя спросит. إذا أنت حاسب نفسك، انظر لنفسك. Поэтому ты на себя смотри, рассчитывай сам себя. لا تنظر إلى الذي لا يعمل، انظر الذي أعلى منك. دائما في الآخرة تنظر إلى من هو أعلى منك حتى تعمل. И смотри на тех, кто ниже тебя в вопросе призыва и дел. В вопросах дел шариатских смотри на того, кто выше тебя, для того, чтобы делать что-то. أما في الدنيا تنظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري، يعني تقول ما عندي نعمة، حتى تعرف أن النعم كثيرة عندك. А что касается мирских благ, то наоборот смотри на того, кто ниже тебя, чтобы не относиться халатно к милостям Аллаха и благодарить Всевышнего Аллаха за милости. Я ахи, لا تشتغل بعيوب الآخرين، اشتغل بعيوبك ترتاح. Брат, не занимайся где-то ошибками других людей, занимайся своими ошибками и будешь спокойно жить. بعض الناس يقول عندنا فاضي ما عنده شيء. Некоторые люди говорят без денег ничем не занимается. ماذا يصنع؟ Что делает? قاضي. Работает судьей. يقول هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا كذا هذا مقصر. Говорит, это такой занимается судейским делом. طيب أنت الآن كما كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله، بدل أن تسب الظلام وتلعن الظلام أوقد شمعة. Шейх Альбани говорил, вместо того, чтобы ругать, говорить тьму, ты зажги там свечи. Я хаалим аннас сунна. Обучай людей сунне. Я хаи уншур калам кибар аль-улама. Бери распространяй слова больших ученых. Ла, лейса инду амал. Есть люди, которые ничего не делают. Исма. Алан, лау тахрудж хуна иля шари. Сейчас, если ты выйдешь на улицу. Фи ай макам фил аалам, ухрудж иля шари. Выйди в любом месте на земле на улицу. Худ 100 долар. Возьми 100 долларов. وأي واحد تقابله قل هذه لك المئة دولار بشرط أن تسب ساعة كاملة. Да, я скажи человеку, я тебе дам 100 долларов при условии, что ты будешь ругаться в течение ровно одного часа. إيش تجد؟ Что ты увидишь? كو ممكن واحد يقول لا 10 ساعات أسب أعطيني 1000 دولار. صحيح. Один тебе скажет, нет, я 10 готов ругать людей, только дай мне 1000 долларов. والله السب سهل. Потому что ругаться легко. لكن طلب العلم. Однако требование знаний, الصبر عليه, терпеть при этом, صبر على الدعوة, терпеть при призыве. الشيخ بن باز رحمه الله كان يقول, ابن باز говорил, الحياة في سبيل الله يعني أن تبقى 70 سنة وأنت على السنة متمسك بها، تخاف تدعو الله سبحانه وتعالى وتتحرى، تخاف دائما وتمشي على السنة، هذا أصعب وأشق من الموت في سبيل الله. الشيخ بن باز رحمه الله عليه говорил, что жить, говорит, на пути Аллаха 70 лет, чтобы ты был на суне, держался за ним и так далее, это намного сложнее, чем умереть на пути Аллаха. أنت اختار لنفسك ايش تريد. Ты выбери сам для себя, что тебе надо. تريد أن تكون فقط تسب وتشتم أو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش عليه الصلاة والسلام. Ты хочешь ругающимся быть или быть как пророк Саллаллаху алейхи ва саллям, который никогда не ругал никого, который никогда не проклинал никого, того, кто не сквернословил, не старался бы, не старался быть сквернословным. قال بعض العلماء لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بحسن الخلق لكفى أن يكون قضى عليهم بحسن الخلق. Если бы ученые говорят, пророк Саллаллаху алейхи ва саллям ничего не делал, кроме того, что как он поступал хорошо, благими нравами со своими врагами, то вот этого достаточно было, чтобы просто-напросто как взять верх над всеми своими врагами.